Детский домик – это один из самых лучших способов удержать детей на заднем дворе и избежать неприятностей, а также убедиться, что они по-прежнему могут веселиться со своими друзьями, братьями и сестрами. Домик – идеальное дополнение к любому двору для детей, которые хотят повеселиться, использовать свое воображение и дать вам столь необходимый перерыв. Мы, родители, иногда оказываем давление на своих детей, чтобы они хорошо учились в школе, хорошо себя вели в садике, ну и так далее. Тем не менее, крайне важно, чтобы они имели свободу. Разве мы, взрослые, не любим то чувство, которое возникает после приятного отдыха? Да, я знаю, что да. Вот почему так важно дать своим детям здоровый баланс между занятиями и свободным временем. Тогда почему бы нам не помочь нашим детям и не дать им игрушки, которые не только забавны, но и служат инструментом для их развития? Дети, используя свое воображение, с легкостью превратят наши домики во что-то необычное. Они могут стать их собственным домом, магазином или даже могут превратить наш домик в собственный пиратский корабль. Да мало ли что могут придумать дети. Свой детский домик – это весело. Покупая домик, я уверен, что вы все думаете о двух вещах. О том, как он выглядит и насколько он безопасен. Маленькие домики, а твой детский домик созданы с заботой о ваших детях. Поэтому при проектировании мы смотрим на домики с точки зрения ребенка. Мы смотрим такие вещи, как куда малыш может сунуть пальцы. Какое должно быть расположение окон. Какая должна быть использована правильная древесина для наших крыш и кровли. А даже смотрим на потоки воздуха. Естественно, окрашивание домика – это отдельная наука. Уровень шлифовки всех поверхностей и, конечно, дорогие эко-краски на водной основе, которые будут служить верой и правдой вам долгие годы, защищая домик. Мы хотим, чтобы большинство наших домиков были достаточно большими, чтобы родители могли свободно находиться внутри и проводить время с детьми. Это отложится, поверьте, незабываемые воспоминания о вашем детстве, о детстве ваших детей. Сколько из нас помнит, как играли мы в наших самодельных домиках из разного подручного хлама, одеял и стульев. Сегодняшние дети понятия не имеют, с какими трудностями мы тогда сталкивались с детства, чтобы построить такой домик. Да и вообще проводили время на развалинах и недостроях. А когда получали какие-либо бабки до ушибы, максимально не спешили домой. И думали, лишь бы мама да папа не заметили. Порванные штаны, джинсы да майку. А пораненная кожа до свадьбы заживет. Но родителям все равно лучше об этом не знать. Установите наш детский домик, вы можете быть спокойны за своего ребенка. Вы можете сидеть сложа руки, наблюдать за своим чадом и пить чашку чая или кофе. А может быть, вы предпочитаете сок или воду, зная, что мы разработали наш домик с заботой о вашем ребенке. А мама, папа, бабушка с дедушкой могут быть спокойны. Мы писали о деталях их воображения, про детали безопасности наших домиков. Но мы все забываем одну важную вещь. Это весело. Да, это может помочь вашим детям развиваться и физически. Но детям на это наплевать. Дети ждут, они жаждут развлечений. Им нужна нетривиальная игра, где они могут бегать свободно и дико. Когда они станут взрослыми, у них будет достаточно времени, чтобы быть серьезными. А пока давайте просто позволим им поиграть.